«Маленькая война, которая потрясла мир». Книга Рональда Асмуса теперь доступна грузинскому читателю. С сегодняшнего дня в книжном магазине при университете Ильи ее сможет приобрести любой желающий. На презентации издания в Тбилиси сам автор не присутствовал. Асмус находился в Грузии в ходе написания книги. Во время своего визита он встретился с первыми лицами страны, в том числе с президентом Михаилом Саакашвили. По словам автора книги, подлинными причинами пятидневной войны были не события 7 августа, а все действия России, которые предвещали начало войны. Я думаю, что было бы целесообразно иметь эту книгу и на русском языке, чтобы русскоязычное население мира знало, что на самом деле происходило 2 года тому назад. Крым финансирует книгу, называется «5 дней или пятидневная война», я точно не помню. Какая-то контр-книга, можно так сказать. И для нас очень важно, что эта книга не была профинансирована ни в Грузии, ни за рубежом, ни каким правительством. Это чисто коммерческий проект. Эта книга говорит об одном и главном. Почему эта война произошла, что причины этой войны и насколько безальтернативным было решение грузинского руководства ночью 7 августа. Ввязаться не в равноправную борьбу. Но другой альтернативы, как я вам сказал, не было. Исходя из того, что Грузия будет бороться за свой суверенитет и за возможность независимого развития своей демократии, своих институтов.